Так, ну и куда тут далее надо чесать? Ну это надо набрать, это я помню. Алхимия. Создать среднее зелье ХП с помощью простой алхимии. Получается, она вообще не умеет ничего, да? Это немножко сейчас странно было, мягко сказать. Мягко сказать. Так, ладно, отправляемся, куда мы там собирались. Здесь, у нее путь близкий, кстати. Я думал, буду дальше. Тут недалеко. Я тебе, знаешь, скажу так, путешествия, конечно, здесь пока меня не утомляют, в принципе, природа здесь красивая. Наверное, разработчики поэтому не стали ставить телепорт, потому что, ну, здесь сделано все довольно-таки качественно. И приятно смотреть. Да, такую графику только я видел. Похожую в Ведьмаке. То, до того, как его начали патчить, фиксить и сделали одновременно и на комп. Короче, у них одни и те же патчи, что на компьютер, что, насколько я понял, на Xbox. Может, они сейчас, конечно, это изменили. Но так делать нельзя. Xbox, конечно, тоже своего рода компьютер, но, блин. Разница-то есть, и то колоссальная. Вообще-то я помню раньше игровые приставки, когда вот, к примеру, Сонька у меня была вторая. Но у нее, если выходила игра, она никогда не лагала. Мне поэтому нравились приставки. Ну, когда уже... А, Сонька первая, да, вторая. Когда уже появилась вот эта Сонька третья, эти Xbox, потом пошли, там игры начали лагать. Что мне на компе лагает? На стареньком тогда лагало. Что на приставках? Я так подумал, лучше компьютер иметь, чем приставку. Толку от этого нет. А ноги. Как нам уже наши умельцы постоянно взломанные игры себе туда закачивают? Молодцы тоже. Как говорится, приставка всегда была тем хороша, что взял, к другу отнес, можно было вдвоем поиграть, но сейчас игры-то там дофига одиночных, стоп.
цепная молния как-то хреново работает. Я думал, она будет по 10-15 противников хреначить. А хоть и неплохо хреначить, думал, будет получше. Много очень энергии забирает. Надо дорабатывать, в принципе, это заклинание. Неплохое. Так, создать зелье ХП. Здесь есть как-то у меня ручная какая-то алхимия была. Ремесло и гильдия вообще. Ага. Ага, так я в 5 гильдиях могу состоять. Так, ПВЕ, гильдия, дерево, навыков, никаких требований, обязательств, тихо размеренная игра, дополнительные плюшки морякам, помощь, поддержка желающих освоить морской контент, все будет зависеть только от вас, хотите зарплату в 5 лямов, повышайте свою активность, хотите получать гонорар, делайте квесты, фото бонус регулярно всем, но размер зависит от активности, я готов помочь новичкам. Так, ну давай тогда сюда я закину заявочку. Платных игроков нам интересно играть в коллективе. По активности. Какой активности? Судоходство. Инфо о гильдии. Вот, блин. Так, форум, бафы. Чё? Вот тут бафы, блин. Зарплата по активности, помощь игре. О, еженедельные бонусы. Походы по квестам, судоходство. Чё? Так, мирная гильдия без топовых целей. Какие понятия топовых целей? Основная цель — комфортная игра. Направление ПВЕ с морским уклоном без варфа осад. С морским уклоном нравится ощущать палубу под ногами, морской бриз. Так, походы на вело.
А зарплата где? Правда, не получил зарплату, ну ладно. Так, уютная, спокойная гильдия. Выполнение квеста по желанию. Фулл баф, ежедневный бонус. Три премии по активности. Походы на гибосов, хан, организация поездов на Зелда. Связь, дискуссов, сидеть в голосе не обязательно. Но хотим держать с вами связь, если вдруг пропадете. Думает, что за гильдию вступать. Ага. Ради удовольствия. А, примет всех желающих, поможем, чем сможем. Также мы лесорубы, умелые бойцы. Просто рыболовы, веселые. Ни хрена не понял. Если приключения нравится, поэтому заявку-то я и подал. Но вот мне непонятно вообще, есть ли там живые. Так, ну это инфо о гильдии, так. Ни о чем не говорят-то, в принципе. Я вот что не люблю вот эти гильдии, то что я не вижу активных игроков. Я вот терпеть не могу, что в гильдиях, вот непонятно, вступаешь в гильдию, там 5000 человек, живых-то всего лишь трое, блин. Вот те гильдии. Ну, не знаю, короче. Давай сюда. Сами по себе. Ладно, в две подал, посмотрим, что будет. Черт его поймешь. Понятно, что-то вообще нифига. Если честно, с этими гильдиями. Ну, хост-то подвинь ты. Стоп. А
что, не все закончил, что ли? Да вроде все закончил. Убить красного. О, точков влияния надо набрать. А, вы собрали весьма немало, а теперь можно учиться сражаться с пустыми руками. Так, а все, наги никак не успокоятся, впрочем, при на самотохе, что наги устраивают здесь. Верно, глядя он туда, я про ту большую тварь, у нее высокий ранг среди них. Скорее разберемся с ней, не беспокойся. Прежде чем убить ее, поглядим, что у нее на уме. Где ты там увидел эту нагу, блин? Еще и уровень поднял. Где там надо-то? Болотную нагу. Его компаньон. Это что ли здоровая хрена, я тебе не знаю. А, это просто не мои, то тут еще есть. Ой. А это твой напарник тут такой? Ну какой миленький. Зверек аленький. Ну народ, кто проходил эту игру, то сразу, скорее всего, бежит делать какие-то доп. Задания. Да и все. Или купили, хотя без разницы. Я хочу себя Рейденом почувствовать, но не получается нифига. Надо прокачивать сильнее этот навык. Мне удалось узнать, что намеревался сделать Наги. Мне очень беспокоиться из-за фоганов. Проиграли и людям, и фоганам. Жалко. Тогда значит фоганы, которые хотят жить, плохие. Здесь много типов, кажется, не тебя. Им же, возможно, фоганы добрались сюда. На самом деле, главарь фоганов обладает такой же силой, как и мы. Я это знаю. Если мы уничтожим Тутума, Титума, это восстановит баланс сил наг и фоганов. Эти места захлестнет ужасная битва. Ну, что? Не желаешь на это взглянуть? Знание о монстре? Да. Я это без тебя знаю. А, так это шанс просто. Я думал, чем больше я убиваю. Там вон туда. Ох, ни хрена там бежать. Так, гипердрайв, вперед. Угу. Гипердрайв немного обломался. Пока, чувак. А, ну это точно, это же повозка. Погоди, это мы можем управлять этими повозками, я вот что-то не понял. Кстати, возможно, мы реально можем этими повозками управлять. Я что-то как-то не подумал. Блин.
Сейчас она достава становится, сама побежит хоть с ускорением. Не, не хочет. Не, ну, карта, конечно, громадная. И здесь бляха без телепортов, ну, я не знаю даже. Сейчас, если чуваки мне какие-то примут, с ними побазарить, чудо как, скажу, по комиссии прохожу. Деньги-то мне, в принципе, не нужны, мне самого себе их девать не знаю куда. В чем прикол, здесь деньги не нужны? Здесь нужно влияние. Вот это вот умно сделано. Такая антибот-система неплохая. Ты еще что за хрен? О, привет. Да, конечно, давай еще раз рассмотрим. Каждый раз одно и то же. Ну, видимо, здесь, конечно, оставляет желать лучшего. Зато красиво. Он чужой, что ли, остался? После молнии? Серьезно? Так, ну чё, мелкий паршивец? Вот так ему уморительно ныл, когда ты шиб его с жабы. Титум оказался не таким сильным, как я думал. Так, очень знакомый звук. Эдна сражается с какими-то нагами. Почему? Люди постоянно сражаются. Они подозревают друг друга во всем и ненавидят. Это не надоедает. Не существует каких-то особых причин, чтобы вас раздавили. Запомните, если вы слабы, вас убьют. Да, это про Кальфион, ты только мне говоришь, это я понял. Так, пробуждение. Скорее отправляйся, надеюсь, оно все-таки успеет. Или выстоит. Так, весело проводим время, знаешь, мне с тобой нравится. Отличная команда, ты мне еще сумочку даешь, да? За сумочку спасибо, это отдельное. Так уверен? А, ты мне только обещаешь ждать, вот засранец маленький. Ладно, ладно, так, тут два этих. А это еще кто? А. Что здесь за животинка такая живет? Любопытно. Чё он хочет? Пока. Догоняй. Стоп, это что такое вообще тут? Угу. Я не знаю язык фоганов. Тут можно попытаться завести диалог. Я вышел изучать перемещение фогонов, пока есть вода. Они вряд ли выйдут отсюда. Hit!
Немножко-то их покрашить тоже нужно. Так, а нельзя дать хороший электрический разряд на все болото. Вот это было бы весело. Отличную фу получаем. А, так я фогонов уже мочил. Вот эти хрени я доставал с них. Ух ты, а у нас тут что? Здравствуйте. Так, говорят, вы умеете разговаривать с фогоном, поговорите с Маулем. Чего только не увидишь в жизни. Нормальный прикол. Ёшкин ты кот, как же мне начинает надоедать. Это не выполнены требования. Здесь что, тоже ничего не могу сделать. Фогоны так расплодились, надо их угомонить, я понял. Так, фогоны нападают днем и ночью. Что же они за твари? Так, а есть кто-нибудь, кто сумочку не может дать? Даже зелье и аптечки, первая помощь. Забавно. Я ничего не боюсь. Без за ногу, правда, их так много, но ничего, мы еще покажем им. Так, понятно, значит, к этим чудикам надо всем походить. Я пришел, чтобы заработать, но это оказалось не так просто сделать. Говоришь, тебе жалко убивать мелких фогонов? Фу, да ты знаешь, что они уже на первом году жизни берут в руки копии и мечи. Нормально. Так, ладно, пошли яйца фогонов уничтожим. Детеныши всякое такое батло. Слушай, а забавно довольно-таки на первом году жизни берут оружие. Зелёные твари, однако. Ну какие хорошие воины. Прям универсальные, блин. Ну чё, давай-ка забежим за Нагладой.
Смотри, еще уровень у меня повышается постепенно, как ни крути. Даже странно. Все. Сколько лет, сколько зим, господин авантюрист. Какими судьбами в наших краях? Боганы коварные. Противостоя им, надо быть внимательным. Брось аренду ружье брать, блин. Что за чушь? Так, нельзя не говорить ни слова, а то фоганы меня убьют. Хочется вернуться на заставу, но ноги не слушаются. Возьмешь меня с собой? Фогунов немного попинать. Молото дерево искусственно. Так, что, других фогунов новеньких нету никаких? Ну, теперь можем смело бежать. Давай хоть за мной эту заразу. О. Капец, ты только посмотри, как ее штырит. Япона обложь. Вот это ее плющит. Вот нереально плющит. Так, настоящий охотник за головами, но надо же. Эх, мне бы талант. Я бы горы свернула. Ладно, народ, я на этом закончу. Увидимся в следующих сериях. Всем удачи, всем пока.